Совсем не то. Взяла белильца. Взяла желтильца, розовильца. С белильцами. С веществом. То есть сухомятка совершенно несъедобная и никак не может быть используема. Плотно. С веществом. Но распределительно, не густо. Упаковать нужным цветом. Да. Плотно. Ты видишь? Да. Совсем другое дело. Упакуешь. Там, где у нас белый, будешь вытирательно, добудешь его. И тряпочкой, уложишь белизну по этой же схеме. То есть меру краски такого же количества. Но сначала вытришь под белый, чтобы не сюда вписывался белый, а несколько сверху. И конечный белый будет уложен сверху, мастихином, да. Плотно и вот таким ослепительным характером, а-ля раздавленная краска, которая будет очень сиятельно звучать. Так по отношению к белому. Ну а по отношению к розовому понятно. И возьмешь потом коричневый, красный. И чуть-чуть начнешь набрасывать идею, но тоже не густой краской, идею волос. А мы начинали обычно с глаз, носа. Нет, почему? С линии очерченности головы начинали всегда. С овала головы. Спасибо. Овал головы. То есть попытка положить темноватое пятно была. Но там было. Но потом очень вялая стала, попытка. Потом я его стала. Я еще нас смотрит не в ту сторону. Не коричневый, а тепловатый, приятный цвет. То она сразу чумазость приобретает. А она все-таки розовенькая. Вот такой цветочек. Красивый. Я пытался овал лица сделать. Смотрите, у меня широкие линии. Вот я ни одной тонкой линии себе еще не позволил. И тебе советую не позволять. Ты уже и кисть взяла тонкую, а мы на это не договаривались. То есть ты пошла по своему произволу. То есть так, как ты бы предположительно это делала. А нужно поступить так, как я бы это делал. Ну или как я хотя бы навязываю с учетом твоих все-таки претензий в портрете. У нее минимум стали приятные цветовые. Она просто на человека стала похожа. Амбразурка, темная амбразурка глаза. Нам сразу хочется чертить глаз. Посмотри, что я делаю. Не черчу. Вообще не черчу. Посмотри. Какие-то пятнышечки, никакой мутности, никакой ясности. Верхнее веко, которое ты нарисовала очень тоненьким, на самом деле обычно так, и в данном случае особенно выражено, довольно темное. Ой, довольно широкое пятно. А ты его сразу сделала тоненьким. Здесь тоже незачем торопиться делать тонкую линию. Вокруг нее цвет фона, который у нас там зеленый, ну, и прочее. Ага.
Посмотрим. Там она светлая на темном. Попробуем сначала темные дать, а потом, если что, посмотрим. Ну, вроде как с темным хорошо. Ты видишь, что там еще есть пространство. Если что, можешь действительно кистью подыграть. Вот видишь, я подтемнил, чтобы оно засветилось. До сих пор не тороплюсь укладывать жесткий рисунок. Пока ресурс пальца не вычерпаю. Несмотря на крупность линий, да, толстость линий, все выстраивается как нельзя лучше. Не торопитесь пользоваться тоненькой кистью, вырисовывая лицо. Успеете. Потому что как только началась тоненькая кисть, начался либо очень точный рисунок, либо катастрофа. Потому что все развалится на картине. А так не даю повода развалиться никакого. Здесь чуточная горбинка очень красивая. Ну, мы сейчас ее немножко обозначили. Глазную впадину я сделал внятно темной, чего у тебя не было, да? У тебя был жесткий рисунок, а темности глазной впадины не было. Посмотри, как хорошо глаз сидит в своей впадине. Логично? Ну и теперь волосики дополнить, Белый начать, может быть, формировать. Я бы ухо не стала рисовать, вот я боюсь, если не смогу справиться. Ну, тем не менее, просто закрыть его мешком волос, ну, тоже будет. Все-таки должна быть какая-то идея прически. Давай сначала хотя бы наметим, потом, если что, посмотрим. Ухо не надо сразу рисовать. Ты ж планировала ухо тут же рисовать так же, как и ты глаз начала рисовать. Сначала пятно подложила, еще посмотрим, в какую меру мы будем с этим пятном работать. Давай, в таком ключе. Вот смотрите, вот та вот тень, вот как ухо находит. Угу. Так, ну, нарушенный рисунок сильный, и степень тонкости нарушена, много там. Ну, понятно, что сложный рисунок и сразу сверхтрудности. Ну, будем. Вот ты же хотела даже, может быть, заслонить ухо волосами, а тем не менее вцепилась именно в него. А там и без уха у нас очень много есть чем заняться. То есть не стоит застревать во что-то одно. Надо все время работать везде. Здесь, даже есть такая расщелина. Я
ресничную более холодно, эту складочку более тепленький, более красненький, потому что любая складочка именно тела с красниночкой звучит. То есть тоненькую линию брови я не вкладываю, видишь, то есть в другую уже темность вкладываю. Но светлость придет вот по такой схемке. То есть она же вообще стала лохматой, непонятной, где там что. Но когда мы начнем выдавать светлые партии, начнет появляться бровочка. Но мы еще будем смотреть, в какую меру ее отчерчивать. То есть не значит, что мы со всех сторон ее отчертим. Где-то отчертим, а где-то не отчертим. Длина носа у нас хорошо состоялась, прямо как сидит нос идеально. Значит, тоже вот идею глаза, как я с одной стороны, ты постарайся с другой стороны. Чернота в зрачке несколько приклеивается к верхнему веку, но там мы видим чуть-чуть полосочку толщины века. Поэтому обозначим ее тоже. Легкие полутона вот этих мест, чуть-чуть цветом глаза. Плечочечек. Мы договорились, что она будет смотреть не наверх. А, не будет смотреть наверх? Да, что она, ну пусть она куда-нибудь смотрит вперед. Или пусть. Нет, наверх. Тогда уже на нас. Тогда на нас. Но на нас у нас изменится вот эта линия. Нет, тогда не надо. Это опасно. Давай сначала сделаем то, что мы видим, потом, если что, попробуем уточнить. Ну или изменить направление. Так, крупноват глаз, значит, все то же, только приподнять и умельчить, хорошо? Да. Так, что касается окружающих этих пятен, смотри, у этой картинки есть намеки на цветы, будем их рисовать или это не? Нет, мы их вот так вот сделаем, а? Вот такими сделаем. Намеки сделаем, да? Значит, прямо вот таким образом нарежешь идею цветков, и даже может быть какую-то полуорнаментную идею, как и у него. Хорошо? Да. Вот она, какая-то орнаментная идея. Чуть-чуть там пальцем. Ну да, да, можно сначала набрать чуть-чуть темноты, чуть-чуть пальцем дополнишь идейку плотностью краски. То есть, чтобы где-то на нас смотрела и плотность, особенно в плотном пространстве. Сиреневизну потемнее чуть-чуть подбросишь. И край, там очень красиво на портретике, чуть-чуть вот в дымочечек, чтобы он несколько растворялся с фоновым пятном. У нее очень темные волосы. А где-то чуть-чуть жесткость. Где-то в основном будет мутно. Линия касания к фону. А где-то чуть-чуть жесткость. Хорошо? Вот это вот разнообразие будет выгодно звучать. Чуть шире, это совсем уже стало подрезанное.
белый начни подкладывать для того, чтобы уже началось видение ее силуэта. Вот эта траектория башни. Смотрите, вот я ей сейчас грудочку обозначаю, да, и как-то она как-то и на формате поселилась. А то она была нигде, да, голова. А сейчас сразу. Ой, как хорошо сразу все. Вот та дальняя грудочка. Цветочки тоже, кстати, можно, если что, и вот такими действиями. Вот так вот раздавливая, но не равно белому здесь. Хорошо? Тоненькие линии, так как будто бы они и правда там тоненькие. Вот честно скажу, не на месте. У новичков очень часто вот такие тонкие линии. Мало того, очерченность верха и низа ты сделала одинаковые. Я постоянно навязываю идею разницы, но вот почему-то ты ее так и не разглядела, эту идею разницы. Как же, она тут видна невооруженным глазом. Ее там не помещается. Широкость верхнего и худосочность нижнего. Еще раз призываю запомнить, да. Верхнее веко, всякое его проявление шире намного, чем нижнего. Шире, контрастнее. Ой, не контрастнее, а темнее. Белый не стал. Что это за цвет? Смотри, там болотистый, неразличимый цвет. Очень ядовитое пятно. Но как будто бы у растения должен обязательно быть зеленый, причем единственный тот, который у нас есть в чистом виде. И там вообще не зеленый, а фиолетоватый скорее. И это очень красиво в контексте всего. То есть не нужно здесь было делать такого активиста зеленого. Вот. Кроме того, нам вообще здесь активист не нужен. Вот белый здесь должен был бы появиться активно. Белый здесь пусть появится. А веточка почти пропала там между. Ну, это же такой полумиражечек, поэтому задаем этот миражечек. Очень много головы здесь. А у нее голова вот в этом месте квадратнит. Посмотри. А, да. То есть срезать это. Срежу. Ухо обычно параллельно носу. Некой средней линии носа. Поэтому задать эту среднюю линию. Жесткости в таких местах, периферийных местах, должны быть минимальными для того, чтобы не отнимать активность центра. То есть центр звучит, эти места в тишине. В тишине, тишине. То есть звучит центр. А все там очень спокойно.
можно здесь ее почти растворительно подать девоньку, чтобы она с этим своим белым почти срослась. Тоже будет неплохой ход. Засвеченность как избавление от жесткого рисунка, от необходимости прописывать. Игорь, не нужно ли ей подбородок сделать чуть побольше? Ну так сделай. Попробуй. Попробуй и посмотри, что получится. Потому что так у нее очень короткое лицо. Хорошо, хорошо. Смотри. Засвеченность. Чтобы не рисовать, как оно там закончилось, засветить это место. Вот они эти складочки. О, может быть даже с этими, да? Да. Может даже с ними оставить. Ой, красиво, да? Да, нам нужно вот здесь еще что-нибудь. Ну, посмотри, уже красотка. Да. Что мне с этим цветком сделать? Ну, что-нибудь красивое. Они на одной высоте оба цветка, значит. Должны быть. Я говорю, то, что они на одной высоте, это нормально? Плохо. Плохо? Угу. Так может быть его вообще убрать тогда? Достаточно. У тебя же здесь целая стайка, поэтому все вместе они будут на другой высоте. А. Причем пусть эта стайка чуть-чуть где-то заходит и на нее. Хорошо? Да. Вот это вот сбрить. Да, сейчас сбрить. Конечно, нужно было делать не линейки, а плоские вот такие раздавленности. Потом к этому прибавляешь чуть-чуть. Ты понимаешь? Пробуй. Сейчас начал. Ну, я их цветом, ты их белилами. В итоге они больнюсенькие, обезвоженные. Обезвоженные. Где у нас кнопочка? Здесь где-то недостатки. Может быть, там немножко белый будет. Буха только не белый. Вот. Нет, но я имею смотри, вот ты высветляла белилами, и это очень заметно. А ведь я ж, вот, когда речь идет о портрете, вот постоянно везде проговариваю. Цвет собственный, ага, цвет собственный розовит, а цвет желтит. А свет желтит. Но здесь это никто не выявлял. Вот смотри, вот оно сразу стало здесь да. цветом тела. А здесь невкусное, мертвецкое состояние цвета. Ага, до свидания. До свидания. Что это цвет? Вот этот цвет и нужно посадить. Здесь пускай будет так. Седо, теряющийся. Давайте с губами разберемся, пожалуйста. Ну как можно разобраться? Нужно... И окружение сделать.